Как так журналист не имеет права пользоваться оружием? Вы песенку военного репортера помните времен Великой Отечественной? Это другая история. С лейкой и с блокнотом, да, а то и с пулеметом первыми вступали в города. Да. Хемингуэй гордился всю жизнь тем, что он с пистолетом в руках врывался в Париж. Да, правда, он не говорил, что он в кого-то стрелял. Да. Это правило возникло после Второй мировой войны, насколько мне известно. Я это правило целиком разделяю, поддерживаю. И это правило в пределе, в самом пределе отражает, в общем, требование к позиции журналиста быть непредвзятым и быть над схваткой. Да, так сказать. Вот это вывод из более широкого правила, что журналист не должен быть ангажирован.